С мошенничеством это связано. Наш президент хочет навести порядок в стране, и это браво. Поэтому люди начинают уже бояться за свои места. Поменьше коррупции стало все равно, лучше стало. И если там нашли какие-то схемы мошенничества, то, конечно, деньги не должны уходить за границу, не должны быть в стране, понимаете? Поэтому все в порядке здесь, пусть закрывают.